Здравия желаю, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас импульсный обогрев на галогене 150 Вт. То есть вот это, ребята, труба, бачок для выхлопа, чтобы в глаза не светило, специально труба, и чтобы тепло усиливалось. Дальше идет внутри галоген. И применяем реле Амрон. Получается у нас вечное бесплатное отопление на базе вечного двигателя второго рода. Итак, видите, какой выхлоп, до 400 градусов нагрев. Расход, сейчас мы посмотрим. Как видите, обратный ток. 73 плюс 60, 100 с лишним. А теперь активный. Косинус, видите, 0,36 косинус фи. Всего 0,36. Дальше. Активка, ребят, 138. Отдаем 30 берем, 138 отдаем. То есть в общей сложности получается у нас вечный двигатель даже первого рода больше. Берем менее, отдаем более. Итак, схема изделия. Бачок 50 литровый, внизу галоген 150 ватт. Видите? Применяем систему один к одному, система маятник. Подача 18 ватт, обратка 260 ватт. Расход, так, КПД системы 1444%. То есть мы берем 18, отдаем 260. Это подсчитано уже, ребята, вместе с отдачей тепла, вместе с отдачей тока и с отдачей тепла вместе 260 получается. То есть до этого я считал просто отдачу тока туда актив-реактив. А сейчас мы на этой схеме подсчитали и отдачу тока назад, и отдачу тепла. Получается, 18 берет, 260 отдает. Это вечный двигатель первого рода. Благодаря этой системе, она большая, видите, бачок большой, мы можем обогревать комнаты до 100 и выше кубов. Без оплаты за электричество, потому что расход ноль. Благодарю вас за внимание, всем удачи и стального вам железного богатырского здоровья.